Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Assassin's Creed 3. Так, мы что, сбежали из тюрьма? Так, нам надо еще сколько? Пятерых завалить вместе с папашей. Ну, я думаю, так где-то рядышком уже будем. Эй-эй-эй. Все в порядке? Шон нашел второй источник энергии. Я попросил Ребекку заказать нам чартер. Куда? Ой, шмать, это каждый кусочек надо собирать и вставлять. В Бразилию. Ну давай посмотрим, куда там. Тихо-тихо. Эй! Я почему-то думал, что это Хитман. Я уже даже забыл, что это Ассасин. Думал, это в Хитмане сюжет этот. Там, по-моему, что-то такое же тоже есть. Чтоб тебя не заметили. Плохая связь. Как слышно? Рад, что все работает. Попробую еще раз наверху. Давайте. Спонсор нашей сегодняшней программы. Нам дали то, что сами гнали. Итак, давайте искать выход. Или вход, как правильно назвать. Угу. Да подожди. Так. Там меня не пропустят и ждут. Давай, он спятил. Конечно, я спятил. Теперь слышишь? Слышу, хорошо. Какой план? По нашим данным, источник на браслете. А браслет у жены какого-то магната. Пытаемся определить ее координаты, но, скорее всего, она в вип-ложе на верхнем ярусе стадиона. Узнаю больше, скажу. Мне нужен билет. Серт. Честно, играть времени нет. Стащи у кого-нибудь. Не по-ассасински. Тогда попробуй проскочить мимо охраны. Мимо охраны. Так. Мои-то фотографии расчерчены везде. Расклеены стоят. Пусты. Не похоже на простую охрану. Это не она. Это люди Абстерн. Хоп. Кросс, наверное, тоже здесь. Будь осторожен. Блин. Нельзя палиться. Ладно. Будем смотреть. Будем поглядеть, так говорят. Давай. Откуда? С двери. Ой. Давай. Не похоже на простую охрану. Это не она. Это люди Абстерга. Кросс, наверное. Твою ж мать, какого хера ты туда залез? Давай туда. По кустам, по кустам. Вот. Хоп. Нан. Вот и все. Я буду по кустам тут лазить, бояться их. Обошли, прошли. Объект явно в вип-зоне. Вход находится в конце вестибюля. Так, так, так. Супер. Они поставили заслон. Охрана идет к тебе.
Рано ко мне идти. Вот сюда. Держись толпой, должен проскочить. Или найди обходной путь. Да нашел уже. Так, здесь я точно не пройду. Похоже, я уже близко. Черт, очередной засор. Там не протащиться. Тебе нужно найти обходной путь. Тут не пройдешь. Прячусь. Осторожнее, они тебя ищут. Como así? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Давай, папа, вниз. Залез наверх. Давай, блин, не залазишь. Оп. И посюда вот залезли. Почти на месте. Сейчас надо играть. Кошки и мышки, вот здесь я как помню. Оп. Вот все. Заходим вон в ту дверку. Если не ошибаюсь, у нас здесь все начинается. Давай. Оп. И никто не видит, да, что здесь я. Где ты? Мне кажется, из такой же ложи я и вышел. Это что за... Сюда, ладно. Ага, я не могу уйти, видимо, что-то где-то там, значит. Только у кого что надо стырить. Понимаю. Qual é a sua problema? Так. Сюда, сюда. Я хоть точно туда пришел. Ну давай. Да слазь ты, господи.
Так. Я обратно пришел. Обратно. Тихо-тихо, давай, подходи. Оп. Нет. Я отсюда пришел. Отсюда пришел, да, точно знаю. Параметры управления настройки, блин. В одной из комнат наверху. Нифига. Да я только что здесь был, ни хрена такого не было, ничего подобного. Да что ее мать-то из-за этого тряски этой. Облажался. Патроны кончились. Можешь поверить, а? Патроны, чтоб вы. Господи! Он меня чуть достал! Оп! На! Еще немножко. На. Оп. И давай, 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 бей, бей, бей его. На. И давай, вали его. Ни хрена не так. Да подождите вы. Блин. Да куда ты бежишь? Сюда беги. Вырвался, сумел, успел. Господи, это мне сейчас надо наверх хреначить, чтобы вот этот поставить туда, куда позапрошлый, по-моему, в пятом выпуске залазил наверх. Я ж не знал, что для каждого надо альтернативный источник энергии иметь. Сейчас вернемся, поставим, проберемся, там уже мы знаем как. И послушаем небольшую опять историю. Можем вернуться к Коннору, когда будешь готов. Но сейчас, если подожди. Если хочешь сначала подрубить источник, выбирай. Сейчас сходим, поставим.
Здесь закрыто. Значит, туда все-таки. Как туда попадал, блин? Сейчас вспомню только. Оп. Поднимайся. На. Ловкий парень. Паркурщик. Такое чувство, как будто эти игры выходили после просмотра фильма Ямакаси. Паркур этот. Раньше же не было такое движение без границ, или как он правильно называется. А вот сейчас это еще немножко назад, если открутить, то это вообще было популярное движение. Паркур. Каждый второй им занимался. Так, это я помню, что сюда надо. Так. А куда тут? Сюда. Почувствую, что я кругами, да, сейчас пробежался. Куда-то сюда. Вот сюда. Давай наверх. Да не туда. Поднимаемся. Что мы видим? Видим, что нам еще надо выше. Давай туда. Вот так. Ставим энергетический блок. Все идет по плану пока что. Интересно, что храм расскажет сегодня? Слушаем. Опять краткую историю. Что, нотации не будет, что ли? Так, подожди, тут где-то спуститься можно вот так вот. Говорю вам, там внизу что-то есть. Ребекка, не глупи. Не знаю. Может, они спали, а мы их разбудили? Ну, вроде крионики или гибернации. То есть, откуда нам знать, что они там делали? Они работали над разными решениями. Все без толку. Перебирали одно за другим, а потом... Не знаю. Видимо, они ушли уже после. Интересно, каким стал бы мир, если бы у них вышло? Мне интереснее, что будет, если не выйдет у нас. Спасение. Они нашли поздно, но не для вас. Печать, защита. Теперь преграда. Найди ключ. Прошлое подскажет. Что это за ребусы? Так. Что, теперь-то можно туда? Это я куда вообще попал? Прошлое подскажет. Близ злого мира, темный и холодный, готовый поглотить нас.
Мы были плотью, а плоть слаба. Существовали костюмы, щиты, но их не хватало. Не на всех. Мы решили измениться сами, чтобы выжить в мире, ставшем смертельным. Аида вызвался первым из добровольцев. Аида, мой муж, моя любовь. Опыт изменил его, разрушил. Он стал заложником машин. Тело могло выжить, но разум его стал хрупок. Он умолял о смерти. Дни, недели, месяцы. Я просила дать нам время найти другой способ. Другого не было. Ни для него. Ни для нас. Короче, блин, мужик парился в мучениях. Так. Подожди. Так. Ну давай, давай. Куда, куда? Так. Наверх. Давайте посмотрим, что здесь. Опа. Смотрю, куда. Так. Ползем. Еще немножко. Вот так. Не спешим. Тут еще один источник энергии нам нужен. Но у нас его сейчас нету, блин. Оп. Ладно, я поди знаю, где мы его возьмем. Это будет еще не скоро. И это очень большое горе. А сейчас давайте. Положимся обратно в Анимус. Смотри, мы нашли третий источник. Уже? Он и раньше всплывал, но теперь я точно знаю, это он. Где? Экспонат в одном Каирском музее. Придется Конору подождать. Нет, ты остаешься. Ключ надо найти. Время на исходе. Я съезжу сам. А как же Кросс? Все будет хорошо. Я скоро вернусь.
Жду отмашки, Дезмонд. Так, скоро интересно знать, есть ли доверие бате? Сам воздух словно замер в мрачном ожидании. Другие тоже это чувствуют и спешат покончить со всякой работой. Я бы хотел помочь им, но более важные дела ожидают моего участия. Тамплиеры жаждут убить Джорджа Вашингтона и не остановятся до тех пор, пока он жив. Я надеялся избавить его от этого знания, но Томас Хикки лишил меня всех надежд на это. И я решился, я расскажу всю правду о тамплиерах, их замыслах и о том, кто я такой. Ну, давай. Ахиллес не согласен, и мы каждый день спорим, но слишком многое поставлено на карту, чтобы молчать. 1777 год, месть Девенпорт, глава 9. Не надо, Коннор! И что же ты предлагаешь? Смотреть, как тамплиеры захватывают власть? Мы поклялись остановить их, или ты забыл? Ассасин должен быть бесшумен и точен, а не кричать на весь мир о своих тайнах всем, кто проходит мимо. Да кто ты такой, чтобы поучать? Ты сидишь отшельником в этой развалине, ты вообще отрекся от братства. С самого первого дня ты пытался меня отговаривать, а в редких случаях, когда я решался помочь, то делал так мало, что лучше бы вообще не вмешивался. Как ты смеешь? Скажи, по чьей вине пошатнулось братство? Из-за чьего бездействия Орден Тамплиеров так разросся, что подчинил целую страну? Если я разубеждал тебя, то потому что ты невежда. А не желал помогать, потому что ты наивен. Ты бы уже тысячу раз погиб сам, и бог знает, скольких забрал бы с собой. Вот что я скажу, Коннор. Жизнь — это совсем не сказка со счастливым концом. Нет. Если у власти такие, как ты. Я виноват. Ой, я виноват. И негр виноват. Короче, этот. Чуть бред. Ты так спешишь спасти мир. Послушай умного мужика. Не погуби его случайно. Ха! Все. Куда мы уехали-то? Нью-Йорк, Вашингтон. Куда? Бостон. Так, ну-ка. Далековато ехать. Ну-ка, а такой телепорт я не могу использовать. Нет, не могу. Плохо, придется скакать. Ну ладно. Давайте. За это время, ну сколько тут? 1500 метров, это 1,5 километра, если и по идее брать. Как здесь исчисляется это? Я даже не знаю. 1,5 километра это напрямки. А если брать горы, вершины и тому подобное, то мне кажется, там выйдет побольше. Гораздо больше. Уже не 1,5, а все 6 могут выйти даже. Это же вверх, вниз. Вверх, вниз. Да еще объездные дорожки. Петляешь. Мать, я куда-то поворачиваю дорогу. Давай, давай. Скакай, скакай. Это волки, да? Ага, сейчас. Какой-то лагерь, что-то можно было у них купить или еще что-то, или подраться с ними как с разбойниками, неизвестно, не могу знать, надо проверять было. Мне некогда проверять, мне надо скакать, и чем больше я скачу туда, тем лучше. Пока все нормально.
Блин. Так. Ну давай, давай. Между деревьев. Вот. Мимо волков, тюленей, косуль. Смотрите-ка. Кстати, на косарь сбросил расстояние. Так что неплохо. Давай, 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 давай. Блин, между этих елок. Волки сожрут, давайте быстрее. Вон они ходят. Я же не думаю, что я тут буду сидеть до упора. Не так, сейчас увидите, задумал. Ой, у меня тут что такое? Мина, ловушка. Зачем она мне тут, правда, не знаю сейчас. Вот он, конь. Сбираемся, едем, скачем дальше. Давай, скачу. В данный момент скакаю. Давай. Главное, двигайся быстрее. Мост. Давай, 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 мост. Я же не думал, что пока тут мост в двух шагах, я на брюхе поползу через холодную воду. Так-то у меня был сейчас выбор. Я выбрал с комфортом ехать. Я не пойму, что ты не перепрыгнул-то. Камушек-то этот. Российские дороги. Давай. А, хотя какие российские-то? Это ж Америка. Я ж в Америке. Хочу по их полям кукурузным или что у них там, они же кукурузники поголовно, поэтому кукурузные поля должны быть. Все, прибыл. Давай, начинаем задание. Командующий Коннор, есть новости о Ли? Пока нет. Прошу прощения, меня отвлекли. Кстати, вот кто охотится, наши любит, можете поохотиться. Наши обозы стали пропадать. Боюсь, это измена. Предатель по имени Бенджамин Черч недавно вышел из тюрьмы и бесследно исчез. Вряд ли это просто совпадение. А в чем его вина? Он попался на передаче врагу численности наших войск. Заявил, что запугивает их, чтобы избежать войны. Жалкая ложь. Я найду вам Черча. Почему? Что вами движет? Да какая разница, если это я хотел помочь? Важно? Дело ваше. Мое. Вот я буду решать. Мне доложили о стычках на южной дороге. Возможно, это он. Попробуйте, да, возможно, начать оттуда. Хорошо. Ну, 300 с лишним тоже добежать надо. Ладно, ну, вроде недалеко. Нужна ли мне лошадь?
Понял. Опа. Тебе-то этот снег по боку. Ох, был бы ты лось, вообще бы нахрен с тобой в атаку пошли бы, как этот Властелин колец эльфы гоняли на лосях в атаку. Так и я бы тоже. Где-то здесь он прячется. Так. Да вот же окно есть, придурок. Давай. Выслеживай. Кто там, батя? Отец. Коннор. Последнее слово. Стой. Глупый выбор. Пришел узнать, как там Чёрч? Хватит ли краденого твоим британским братьям? Бенджамин Чёрч мне не брат. Как и британцы со своим королем-идиотом. Я знал, что ты наивен, но... Наш орден не воюет за корону. Нам нужно тоже, что кстати, и вам. Знаешь, что я его сын. Свобода, даже. Закон, независимость. Но... Что но? Джонсон, Питкерн, Хики. Им нужна земля. Грабежи и смерть Джорджа Вашингтона. Джонсон хотел завладеть землей, чтобы уберечь ее. Питкерн стремился к дипломатии, а ты все испортил настолько, что началась война. А Хики? Джордж Вашингтон на редкость дрянной лидер. Он проиграл почти все свои сражения. Его снедают неуверенность и нерешительность. Вспомни Вилли Фордж и поймешь, что я прав. Без него нам будет лучше. Мальчик, сколь неприятен мне наш разговор. У Чёрча язык что помело. Ты хочешь вернуть припасы? Я хочу покарать его. Наши интересы совпадают. Пом! Что ты предлагаешь? Где логика, не вижу. В чем совпадает интерес? Перемирие. Союз... Союз пойдет нам на пользу. Ты ведь мой сын, и тебя еще можно спасти от невежества. Хочешь, могу убить тебя сейчас? Хороший папаша. Прекрасно. Тогда в путь. Ты хоть знаешь, куда отправился Бенджамин Чёрч? Боюсь, нет. Я хотел подстеречь его, если он вернется. Но, похоже, опоздал. Они вымели все подчистую. Возможно, я выслежу его. Давай. Фургон стоял здесь, становясь тяжелее, пока его загружали. Пойдем сюда. Следы. Снег засыпал следы. Но и оставшихся мне вполне хватит. Посмотрите, какая маленькая область стала. Вот так. Давайте посмотрим, что тут. Вот повезло. Если не починю, замерзну насмерть. Вы люди Бена Чёрча? Молодец. Бежать за ним. Давай. Хоп. Глупо было бежать. Что вам надо? Где Бенджамин Чёрч? Не знаю. Он поехал в лагерь к северу отсюда. Там мы обычно разгружаемся. Может, там его... Да, замечательно.
Зачем ты его убил? Не стоит тратить время на пустой спор. Догони прочих людей Чорча, проберись в их лагерь и попробуй что-нибудь узнать. А как же ты? Не твоя печаль. Делай, как я сказал. А что, не слушай? Не твоя печаль. Твоя прямо-таки печаль. Ладно. 100 метров это не расстояние. Жалко, что я не снайпер, так бы выправил бы нах. Главное добычи сегодня. Видим ящиков чуток пороха. На это приплатят. Ага, Чёрч будет доволен, мы при деньгах. Не прячьте сену следом за караваном. А я взял, да и спрятался. Почти жаль этих янки. Мёрзну там, голодаю. Выбрал легкий путь. А всего-то надо поднять белый флаг. Давно уже пора это сделать. Вся эта война. Толку никакого. Китайцы все равно победят. Так, я должен был покуда по кустам шариться вон там. По лесу бегать. Прятаться. По деревьям вот. Эх, тяжело бы было. Это те, у кого время есть, могут так поступать, конечно. Так. Доехали. Убейте караульных, оставайся незамеченным, убить троих. Отлично, вроде бы. Давай, иди сюда. Давай, бригадир. Сегодня ночью у нас новое дело. Я за фургон. Увидимся позже. Енот. Хороший малый. Я ухожу. Меня тут не было. Эй, где бригадир? Так. Спасибо. Узнаешь, что он хочет, забудешь про спасибо. Нам сюда. Тише ты, давай. Ты уверен? Уверен, не уверен, не мое дело. Так приказал Чёрч. Сомневаешься? Сам с ним разбирайся. Он здесь? Конечно нет. Я слыхал, он в Нью-Йорке. На дно там залег и помалкивает. В тюрьму-то обратно никому не охота. Ох ты. А чё вы обратно-то вернулись? Ладно, я в деле. Говори что-то важное, что мне надо. Свидетели есть? Ко мне. Да откуда? Свидетели подавай еще. Ну? Давай, я готов слушать разговор ваш. Опа. Гляди, кого нашли. Шнырял вокруг лагеря. Больно подозрительный. Небось, шпион, янки. Сдался еще. Он не шпион. Это особый случай. Правда ведь, Хейтем? Чёрч мне все про тебя рассказал. Тогда ты явно плохо слушал. Не в том ты положении, чтобы угрожать. Ясно? Он-то как раз в том. Пока нет. Тихо. На. Вот и все, первый минус. На. Справишься с ними? Ищи меня в Нью-Йорке. Ты что, хочешь убежать, что ли? Ты вот так уйдешь? Сейчас?
Если ты не справишься с парочкой наемников, нам нет смысла работать вместе. Невероятно. Ни хрена себе. На. Ну, вот так. Тихо, 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 подожди. Блин, последние удары, блин, последние выжившие нахрен. На. Пытается ускользнуть. Вот так. Давай. С ними. Ищи меня в Нью-Йорке. Что? Ты вот так уйдешь? Сейчас? Если ты не справишься с парочкой наемников, нам нет смысла Давай. Работать вместе. Невероятно. Привет, я тут. Я быстрее тебя. Он как на ладони. На! Есть. Самого мощного-то вывел. Подожди. Да. Да подожди. На. Перезаряжу. Все. Давай, соберем. Надо пополнить свои запасы. Так. Далеко бежать? Вот так. По крайней мере, свое вернул, всех победил. Конечно, принять. Такой, блин, в капюшоне. По крышам герой в капюшоне. Ой, я уж не помню, что это такое, что-то за миссия такая. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Что у меня там? F1, да, карта? Задание Бенедикта Арнольда. Ну, не знаю, что она дает, конечно. Но мне оно пока вроде и не нужно. Хотя можем попробовать. И вы просите меня после Монмута? Больше мне просить некого. Люди Калпера сообщили мне, что в Вестпойнте шпионы. Похоже, они хотят убить генерал-майора Бенедикта Арнольда. Не понимаю, зачем вам я. Потеря такой фигуры – настоящая катастрофа. Короче, свои интересы они преследуют. Солдаты не должны знать. Ладно, чё ж, попробуем. Далеко мне идти? О, там еще где-то что-то.
Ладно. Как бы тут ни было. Спасать я сейчас никого не намерен. Так, минутку. Не поделитесь кусочком. Очень не поделитесь кусочком. Бьют нас за нищенство. Отвлеките их чуток, и мы возьмем то, что нам надо. Ага. На нас все смотрят. Так, ладно. Никак, сэр. Отведите их подальше. Опять спать голодными. Давай. Все. Надеюсь, теперь вы сыты и довольны. Сдерживайте свои порывы, сэр. Буду стараться. Давай. Чуть ходу. 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 Какой большой участок, это у кого интересно знать? Перепрыгнет. Хоп. Не поделитесь кусочком. Очень обяжете, сэр. Бьют нас за нищенство. Отвлеките их чуток, и мы возьмем то, что нам надо. Давай. Пока никак, сэр. Отведите их подальше. А, избить надо. А я там побил, да, так? Прямо-таки убил. Сейчас, минутку. На нас все смотрят. Не ту кнопку нажал, прошу прощения. Да. Вот так. Нормально. Помог голодающим детям. Но никого не убил. Хотя я ассасин, я убийца, я должен убивать. Ну ладно. Да ты надо мной смеешься, что ли? Дурачка строишь? Так. Сюда. Ну-ка, с дороги. Крестьяне. Челядь. Сюда, сюда. За свои преступления. А, проваливаем. Стой. Ага, вот, кстати, здесь интересно. Вот в этом точно вспомнил. Тут какие-то чумные одеяла есть. А здесь, кстати, интересные миссии. Если даже дополнительные миссии брать, вот эти. Они действительно интересны. Можете позаниматься здесь. Живы? Я так долго ждал. И? Я знаю, кто предатель. Списки лидеров здешних патриотов вот-вот попадут в лапы англичан. Надо подменить списки этими фальшивками. И мы будем бороться дальше. Удачи! Вот они, дополнительные миссии. Что вы делаете, сэр? Вот так. Хоп. Мало ли кто мне там еще попадется. Вот еще может быть такой же. Так. Учите их еще!
На. Подожди. Да подожди ты. Да это смех просто. Пока. Оп. Быстрее. Куда ты? Да сейчас. Конечно, хочу. Блин. На. Блин. Не попал. На. Нифига. Опа. Вот, блин. Нахрен. И вы. Ай-яй-яй-яй-яй. Подменить их. Что, по одному резать там надо, что ли? Как бы недалеко, но бог его знает, сколько на самом деле там. Здесь что надо сделать? Опять тут болтовня. Готов себе гроб. На. Учите их еще. Покажите их. Да блин. Не буду я с вами воевать здесь сейчас. Да ты просто улитка! Да, ты от нас не уйдешь! Да еще как уйдешь? Дамо, не потеряйте! Не упусти! На! Вот так. Покажи им мастерство! Жизнь всегда печальна. Да. Давай. Да. Подожди. Блин, последний меня как завалил. Ладно. Подменить списки. Как я должен подменить их? Как-то же я делал все это дело. Может, бунт поднять? Пока минутку. Боже, нет покоя в этой чертовой дыре. Вот. Корабль Дэниела не пропускает. Вот так. Вроде бы что-то выполнил. Но это не точно. Давай. Миссия, начинай. Привет, Коннор. Вижу, ты жив и здоров. А ты пришел в себя от побоев?
Чёрч засел в заброшенной пивоварне вблизи порта. К рассвету надо с ним покончить. Хорошо. Нужно вернуть припасы в лагерь как можно скорее. Да? Конечно. Зачем они там кто в лагерь? Чтобы мешать твоей утопии. Пусть они поддохнут с голоду. За мной. Я мешать даже не буду. Опа. Конечно, за тобой там луна. Ярко светит луна, шануна, луна, а вдали за рекою. По широкой тропе шануна, луна, прискакали ковбои. Да. Тут, конечно, ковбоев и нету. Но это пока временно. Ведь все именно к ним и идет. Ты куда по мокрым крышам двигаешься-то? Скажи, что ты мне хочешь показать? Ты ведь мог убить меня тогда. Что тебя удержало? Любопытство. Еще вопросы? Что все-таки нужно тамплиерам? Порядок. Цель. Путь к ней. Всего-навсего. Это твои приятели верят во всякий вздор о свободе. Когда-то ассасины ставили более разумную цель. Мир. Свобода и есть мир. О, нет. Свобода — это хаос. Взгляни на революцию, что начали твои дружки. Я стоял перед континентальным конгрессом, слушал, как они орут и топают. Все во имя свободы. Но это лишь... Поэтому ты на стороне Ли? Он понимает, что нужно будущей нации лучше, чем олухи, что ее представляют. Так сейчас. А по мне, так ты попросту завидуешь. Люди сделали сейчас свой он, конечно, выбор. Прав, но не во всем. Выбрали Вашингтона. Люди ничего не выбирали. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших разбогатеть. Они собрались и приняли решение, удобное им. Во всех странах такая хрень. И красиво его объяснили, но правдой оно не стало. Разница, Конор. Единственная разница между мной и твоими товарищами — я не притворяюсь. Ну, хотя, если вспомнить, что... Глава гильдии первого ассасина тоже сколько говна натворил. Это может оказаться правдой. Почему мы не падаем? Там же мокрое и скользкое. А у нас нифига. Обувь. Скользкая должна быть. Так. Внизу вон. Миссия от ассасинов там. Я уж не помню, где их там развивать, по-моему, можно это. До трех, что ли. Или рекрутов раскачивать, там прокачивать в каких-то ассасинах можно. Что они тоже становятся не хухры-мухры. Ну давай, давай, давай. Погоди-ка. Гожу. Чёрч, умный мерзавец. Почему? Я думал провести тебя мимо охраны, но он заменил их теми, кого я не знаю. Может, я смогу пройти, не вызвав подозрений, но ты... Нет. Либо вместе, либо вообще никак. И что ты предлагаешь? Доверие ноль. Я найду сменившегося солдата и возьму его мундир. Хорошо. Я буду ждать здесь. Нифига индейство, сильно на нее похож будет. О, прости, так мне пойти с тобой? Подержать за ручку? Может, еще похвалить напоследок? Эти люди признаны... Так, ладно. Эти люди признаны виновными в измене, что непременно карается смертью. Приговор будет приведен в исполнение перед этими свидетелями. Они виновны! Спасибо! Огромное спасибо! Давай. Вы настоящий герой!
Деревня, как моя бабка. Я быстрее тебя. Да подожди ты быстрее меня. Мне же не надо с тобой драться, так-то пойдем. Хоп. Вот так вот. Давай, беги. Так. Здесь что? Я одежду наемника и не поп... А, у него надо было украсть. О, черт, без подмоги никак. Подожди. На. Тихо. Привет, я тут. Подожди. Да это смех просто. Да. Да блин. Мы его не упустим, быстрее. Тихо. Да, не упустим. Еще как упустим. На землю давай, эй! Быстрее, парни, отстаем! Быстрее! Уйдем! Да. Опа! Да ты просто улик! Гони! Быстрее! Ах вы бараны! Так. Чёртовы трусы! Блин. Прошу, отпустите меня! Да. Нормально вроде справился со всеми, блин. Можно правда было. Приобретено деньги. Вот. Мне не деньги надо. Мне одежду надо было. Думаю, сойдет. За мной. Конечно, сойдет, красавчик. Стой, кто идет? Это частная собственность. Что вам здесь нужно? Отец понимания направляет нас. Тебя я узнал. Дикаря не знаю. Это мой сын. Вкусил лесных даров, я смотрю. Ну идите. Лесных даров. Язык тебе вырвет нахрен потом. Лесные дары тебе. Что-то незаметно, я как понимаю, надо было сделать. Ни хрена не сделал. Ну и хрен с ним. Так. Шевели колготками, твою ж мать-то. Заперто. Погоди.
Странно, наверное, было вот так внезапно узнать обо мне. Мне, кстати, интересно, что обо мне могла говорить твоя мать? Я часто думал, как повернулась бы моя жизнь. Останься я с нею. Кстати, как она? Мертва. Убита. Что? Мне очень жаль. Тебе жаль. Мать сгорела заживо. Я помню ее лицо. Она велела мне уйти. Ее убил Чарльз Ли, и он выполнял твой приказ. И тебе жаль? Это невозможно. Я не давал такой приказ. Напротив, я велел прекратить поиски руин Предтеч. Перед нами стояли дела поважнее. Но так было, и я не могу больше прощать. Батя накосячил. Придурок. Сейчас жалеет, сожалеет. Да поздно. Бенджамин Чёрч, Орден Тамплиеров обвиняет тебя в предательстве и измене нашим принципам ради личной выгоды. За твое преступление я приговариваю тебя к смерти. Пора! Ты опоздал. Чёрч и его груз уже не здесь. И боюсь, ты будешь не в состоянии их преследовать. Так, минутку. Мы поддержим победителя! И это будет Британия! Ты всегда предпочитал выгоде принцев. Может, поэтому ваша страна рассыпается? Так. Да. У тебя была славная мечта, но она была лишь мечтой. Да. Как бьется, полукровка! Почти нормально. Не пес. Надо усыпить его! Двое, взять их! Да. Не дайте ему сесть! Взять его! И индейца! Не кончите! Какая комбинация против вас действует? Его! И его ублюдка! Окружите их! Блин, на этих ящиках. Как ты залез-то туда? Нахрен ты туда залез? Ха! Ладно, ящики. Мы поддержим победителя. И да. Это будет Британия. Ты всегда предпочитал выгоде принц. Может, поэтому ваша страна рассыпается? У тебя была славная мечта, так. Но она была лишь мечтой. Как бьется! На. Полукровка! Точно бешеный пес! Надо усыпить его! Это двое! Да. Осторожно, Конор! Еще идут! Не дайте ему уйти! Блин! Взять его! И индейца! Им подкрепление! Так! Прикончите! Его! Его ублюдка! Получилось, ни хрена не получилось. Окружить их! Ну-ка, тупой урод! Быстрее! Батя завалил его. Где Чёрч? Я скажу все, что хочешь. Только обещай, что не убьешь меня. Нет, я это не сделал. У меня есть кровожадный батька. Даю слово. Он вчера уехал на Мартинику. На торговом шлюпе под названием «Приветствие». Загрузил его припасами, что украл у патриотов. Это все, что я знаю. Клянусь! Ты обещал! А я и не убил. И он сдержал слово. Идем. Куда это они бахнули-то так? Нас хотят сжечь. Поздравляю. Бежим. Надо убираться отсюда. Да что ты?
Сейчас не время считать ворон. Хоп. Давай, я тоже так умею. Блин, эти средневековье занимались свои дикие времена. А мне кажется, каждый так должен был уметь. И что это за склад, по которому бежишь, бежишь, никак убежать не можешь. Даешь твою мать-то. И так далеко. Ищи путь в обход огня. Да я ищу. У меня из-за этих взрывов нахрен. Это из-за того, что Ubisoft перевел на русский. Экран колышется. Назад, предатели! Да. Опа! Награда была щедрой. И что вам теперь с того золота? Наверх, наверх. Думаете, господи, кто такие здания строит? Не было там таких зданий, не надо мне. Думаете, убережет вас от... Еще и деревянные. Короче, он ни хрена не сделал, сами померли. Есть хороший шанс избавиться от бати. Нахрена ты ему помог? Эй. Человече. Нет, ты не казачин. Помогаешь ли кому-то? Пиц. Он же упырь у тебя. Вурдалак. Кровопийца. Подонок. Глянь-ка, может, найдется, чем его открыть. Понял? Отстрели его. Что ты задумал? Нет, не делай этого. Мы не знаем, что с той стороны! Какая разница, что с той стороны? Тут горишь, тут же все взрывается. Ай! Теперь знаем. Испугался он. Ну, все-таки страх ему присущ. Как в таких камзолах, только они плавали. Еще с оружием. Чёрч опередил нас минимум на день. Нам нужно поторапливаться. Я знаю одно судно. Будешь готов, жди меня на причале. Пена и пламя. Час девятый. Господи, сколько там частей, частей? Угу. Далее, далее. Господи, еще с луком. Какое безобразие выглядит в этом камзоле. С отвисшим топором. Рассказывай. Путь? В него самый. Я же еще и греби. Никакой помощи. Пусть отец. А где элементы? За все мое детство никаких элементов не было. О, у меня большой топор есть, маленький топор есть, хотя бы. Большой точно помню, что я не поднимал. Карибское море, 1778 год. Так, что мне с кораблями придется немножко, да, повоевать? Я так понимаю. Говорил же, курс не тот. Чёрч опережает нас на несколько дней. Зря вы в него не верите, он ни разу не подводил. Эх. Ну так и планка была невысока, верно? Вниз. Давайте. Сверху вниз. Мы идем, ближе, идем. Чем ты думаешь, отец. Пол паруса! Для маневренности вот сейчас вам очень она понадобится. Опа! Видите, что-то лежит все-таки. Избавляется потихонечку. Так. Ползем, ползем. Ползем. Вот так. Вот мы и выползли. Все паруса! Развернуть все паруса! Сейчас. Ветер может подуть. Вот к нему и ползем.
Это приветствие? Куда они? Да, да, стоит на якоре. Давай-ка поближе, мальчик. Подальше. Так. Похоже, корабль покинут. Чёрч всегда был скользким мерзавцем. Враг по курсу! Они удирают! За ними! На всех парусах! Вперед! Подожди, на всех парусах. Половина парусов! Смотрите, пол паруса! Бамк. Лучше бы нам больше так не попадать. Это я без тебя знаю. Как ты ухитрился стать капитаном с такими навыками? Все паруса! Поднимайте! Сейчас будем стараться догнать их. Шквал, сэр! Вальканасы! Быстрее! Мы готовы, сэр! Приготовились! Огонь! Тихо! Половину! Тише, ход! Пол паруса! Пол паруса. Все верно. Шквал, сэр! Блин. И что, из-за шквала тоже сейчас будет хреначить? Скорее! Так же, как и за взрыва. Второй попытки у нас не будет! На всех парусах! Развернуть все паруса! Убрать все паруса! Аж твою мать! Дать пол паруса! Пол паруса! Ты как будто хочешь дать ему уйти! Да хочешь, не хочешь, нахрен! Может, отдашь штурвал кому-то поопытнее? Давай, полный ход! Спокойнее, дам тебе сейчас отнять штурвал. Бунт это, что ли? Ёбаный юбисок. Берегитесь, капитан! Шквал, сэр! Ты как будто хочешь дать ему уйти! Половина! Нет, все-таки из-за шквала. Чего вот это прыгает? Может, отдашь штурвал кому-то поопытнее? Это хреново. А так перевода не будет. Шквал, сэр! Скорость, Конор! Давай. Нам нужна скорость! Да где ты ее тут наберешь скорость-то? Все паруса! Все поднимайте! Паруса. Он идет между скал. Наш аквила слишком велик, чтобы пройти там. Надо идти в обход. Черт возьми! Давай. Он же уйдет! Другого выбора нет. Нас разобьет о камни. Давай. И здесь быстрое течение! Шансы еще есть! Пол паруса! Давай, 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 поворачивай, поворачивай! Ой-ой-ой-ой-ой! Не, я так думаю, тут скорость падения не очень-то будет важна. Чёрч использует засаду как прикрытие. Потопи его, прежде чем он уйдет. Отправь на дно мерзавца. Нет, мне нужен его корабль. Но. Он должен уцелеть. Стрельбе! Блин! Останови его, Конор! Давай, 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 повернись. Так, ну-ка, давай-ка поменяем. Что-то не понял, почему ты не меняешь-то? Залп гнебелями! Погнал! Раз, два. Рот. Не выдержим! Помни об истинной цели!
готов! Приготовиться! Блин! Давай! Надо было послушать меня! Эй! Маруса! Залп ядрами! Он почти удрал! Зарифит наполовину! Залп! Стоять! Не понимаю! Блин! Беречь его! Все паруса! Надо менять курс! Перезаряжай! Дайте цель, сэр! Подожди! Бортовой залп! Еще один! Пол паруса! Пол паруса! Залипить все! Остановиться! Бам! Вперед! Стоять! Огонь! Еще пару секунд! Пол паруса! Что, получили? Если ты его потопишь, сын, я не против! Но ты же вроде хотел его захватить! Ну вот так! Поберегись! Стреляют! Блин! Давай! Точно в цель! Прекращай-ка огонь или хотя бы стреляй кукелями! Так. Готовы, сэр! Переходим! Стрелять книпелями! Наряды меняй! Идем на всех парусах! Полный ход! Дайте пол паруса! Блин! Попали! Попали! Было плохо! Осторожно! Скалы! Остановиться! Подожди! Давай, пол паруса! Вот так. Приготовились! Да. По сигналу! Полегче, а то захватывать будет нечего. Книпелей хватит. Стоп! Готовь! Вперед! Дима! Дима! Половину паруса! Поднять паруса! Паруса! Зарифить наполовину! Еще немножко. Бортовой зал! Еще! Заряжай! Пол паруса! Да, да, да. Паруса, парни! Фальконет. Залп ядрами, блин! Я даже в расчет тебя брать не буду. Они будут убрать все! Зарифит все, все убрать! Мы готовы, так. Сэр! Нет, 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 это не черные паруса. На половине парусов. Зарифит, пол паруса! Стоим! Останавливаемся! Давай, давай. Стрельбе! Приготовиться! Готовься к абордажу! На! Папа! Что ты делаешь? Кладу этому конец. Вот тебе и абордаж. А я вокруг него кружил кого-то там. У меня, кстати, от корабля, но там тоже не очень в жизни там много было. Вперед! Подтягивай! К оружию! К оружию! К фальконетам! Прикрыть нас с квартердека! Корма, вяжи крепче! Что? На носу тяни! Сейчас, подождите.
Ну же. Вали. Нужно попасть в крик. Что за безумие задумал отец? Так. Проходим. Не задерживаемся. Тихо. Да что я мать, а ты что ничего не сделал-то? Да уйди ты нахрен. Что за... Что-то, блин. Все из-за этих... Из-за Ubisoft-то этого гребаного. Все так лагает. Да опять же нахрен. Ты что стоишь ждешь, когда тебя убьют, что ли? Нет, 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 вот сюда. Все. Должен был убить. Подожди, не спеши. Да. Куда же Чёрч подевал груз? Давай, давай. Не бежит. Не торопится. Было довольно весело продираться сквозь все твои трюки и ловушки. Давай. Умно. По конечно. Крайней мере, местами. Отдай. Хватит. Все мы здесь не без причины. Думаю, у всех они свои. Где груз? Где украденный тобой груз? Иди к черту. Хорошо. Груз уже не так важен. Еще минус один. Я спрашиваю, куда ты дел груз? Он на том острове. Ждет отправки. Но у тебя нет права. Он не твой. Нет, не мой. Этот груз предназначен людям, которые думают не только о себе. Которые сражаются за то, чтобы избавить мир от вашей тирании. Не те ли это люди, что стреляют из британских мушкетов? А раны перевязывают британской корпией. Хорошо устроились. Мы работаем. Они пожинают плоды. Ну, ты накручиваешься, чтобы оправдаться. Словно это они воры, а ты невинный агнец. Смотря как на это смотреть. Нельзя прожить жизнь праведно и честно, не навредив никому. Думаешь, у короны нет принципов? Ее тоже предают. Уж тебе-то грех не знать. Ты решил бороться с тамплиерами. Конечно, решил. Которые мнят себя справедливыми. Вспомни об этом, когда будешь кричать, что действуешь ради общего блага. Твои враги не согласятся с этим. И не без причины. У каждого своя причина. Не надо мне тут ля-ля. Слова твои искренние, но не, в... не делает их сильными, что ли, или что? Хотя дела искренние.
Да нас обоих его смерть благо. Идем. Я ведь нужен тебе, чтобы забрать с острова груз. Ага, таскать будешь. Горький итог. Задание выполнено. Ни хрена, я что-то из трех все три мимо, я даже не знаю, что там сделать надо. Ну ладно. Синхронизация завершена, часть 9. Часть 9 есть. Сейчас что? Блин, снимет этот кафтан. Вообще не идет. Я соединился с отцом. Вот только не знаю, к худу это или к добру. У нас общие цели. Во всяком случае, пока речь о независимости. Но он продолжает защищать Чарльза Ли. Человека, который убил мою мать и сжег мою деревню. Хотя... Он говорит мудро о Вашингтоне и его людях. Я много слышу о свободе и равенстве. Но видно, чтобы преуспеть, нужно быть белым. А как же такие, как я? Или Сари? Где наше место в этом новом мире? Или мой отец прав? Мне столько нужно понять, но времени на это так мало. С возвращением. И как тебе Мартиника? Ахиллес, я... Я должен извиниться. Я наговорил тебе много лишнего. Повзрослел, осознал. Ты был резок, Коннор, но отчасти прав. Я подвел орден, позволил тамплиерам взять власть. Но теперь их хватка ослабла. И я верю, что есть шанс на перемирие. Представь, чего можно добиться, если мы объединимся. Ты передумал? Что же произошло? А, ты встретил своего отца. Я не говорю, что доверяю ему. Но глупо не воспользоваться такой возможностью. Хейтем выслушает тебя, но поймет ли? И даже если да, согласится ли? Даже он должен понять, что вместе мы можем больше, чем по одному. Значит, ты едешь искать его? Еду. Да. Я еду в Нью-Йорк. Посмотрим, что выйдет. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Песня, кстати, Нью-Йорк, Нью-Йорк классная. Мне нравится, хоть и по-английски, не пойму про что, но понял, что про Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью-Йорк. Синдабел, 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 да. Переносимся путем телепорта. Телепорта. Давай, папа. Быстрое перемещение. Блин, так нравится. Удобненько, знаете ли. Так, 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 так. Так, 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 так. Блин, а я вот в какую-то игру играл. Там тоже, ну, ассасин, не помню, какая часть там. Короче, сознание у кого-то там застряло. В этом, в анибусе или где, в мире, в этом. Давай, лошадка. Причем лошадка-то моя даже знаком обозначена. Тут что? Задание освобождения. Вроде где-то здесь по пути было. А, вот оно. А, нет. Хоть что-нибудь. Бьют нас за нищенство. Отвлеките их чуток, и мы возьмем то, что нам надо. Сейчас мы его попробуем. Хейда, оповещают о грандиозной распродаже кожи.
На нас все смотрят. Опа! Помогите голодающим детям. Мне не нужны неприятности, оставь меня! Я ни при чем! Все, идите кушайте. Вот это нормально. Вот это я понимаю. Помог детям. Так. Где? Хочешь неприятности? Лошадь. Хочу украсть. Ну что ж, я думаю, на этом все. Остальное вы увидите в следующем моем выпуске. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Напоследок шутка. Да, я не Моменко, но тем не менее шутку заготовил. Штирлиц ходит по лесу и в поисках грибов. Ни одного не нашел. Не сезон, подумал Штирлиц и плюхнулся в сугроб. Да, вот такая шутка. Что умеет рассказывать. Да, ради бога. Пользуйтесь. На этом все. Пока.